Всем добрый день, мини-трактор.ука снова с вами. Воскресный этот выпуск хочу посвятить новинкам техники, которые появились у нас в магазине. Вот это новый мототрактор Форте на чистых 20 лошадей. Это 254-е Булаты, это обновленный 244-й Шифинг и еще много других интересных мототракторов, мини-тракторов. Вот, по, в принципе, бюджетные, адекватные варианты у нас появились в наличии. Вот. И, конечно, должен посвятить кое-каким новостям. Будет несколько отправочек от грузочек. Вот сейчас воскресенье, утро. Утро только недавно, можно сказать, стало солнце, а мы уже готовим ребятам, нашим дорогим клиентам отправки. Вот ребята готовят прицеп, уедет вот этот Sentai XL, очень популярная сейчас модель, поедет своему хозяину, поедет еще Булат Т-22. Ну и там по ходу дела посмотрим, как все это происходит, подготовка, отправка, и заодно расскажу про новые модели тракторов. Так что, кому интересно, поехали. Первым делом по Донфэнгам самый популярный, самый топовый трактор. И, понятное дело, у нас в связи с началом весеннего, осеннего, извиняюсь, сезона есть распродажи, скидки. Если брать дополнительное оборудование, будет скидка. И плюс вот данный мини-трактор Донфэнг, кто не знает, как, допустим, тебе приобрести, но приобрести дешевле, там на 200 условных единиц, скажем так. Есть моделька обычный Донфэнг, везде идет люксовый в продаже. Вот, но появился даже обычный вариант Донфэнга. Разница в чем? Разница, единственная разница в ширине протектора. Тут 9,5, тут 11,2. И в принципе абсолютно все. Диски, рама, база, даже в принципе клиренс у них практически одинаковый. Ну только вот у этого чуть-чуть повыше за счет именно резины. А так, в принципе, исполнение Донфэнг, но это Донфэнг выгоднее, это Донфэнг экономнее получается для вас где-то на $200 от цены Донфэнга люксового, самого популярного, который везде есть, в наличии. Донфэнг подешевле, милости просим, набирайте, обращайтесь. Вот он. Теперь что у нас тут? Это Булаты 254. Это самый тоже у нас недорогой идет мини-трактор трехцилиндровый, полноприводный, с гуром. Вот. Именно 24-сильный. Он идет в цену 224-го Сентая, но, как можете видеть, повторюсь, он идет в цену 224-го Сентая, но, как можете видеть, 385-й мотор, HS, это не КМ, но 385-й, то бишь 3 цилиндра, 85 мм, 24 лошадиные силы, мотор объемом, мощностью, как в Донфэнге, абсолютно цена его значительно отличается, выгодно. Он, конечно, уступает по ходовой уступает по своим габаритным размерам, уступает по количеству передач, но небольшой мини-тракторец для каких-то маленьких задач, 5-6 гектар, оптимальный вариант, вот этот Булат 254, именно за счет 385 мотора, HS-овского тоже выгодно и надежный, в принципе, тоже проверенный мотор. Вот, поехали дальше. Вот, кто еще не знает, тоже поехали дальше. Шифинг 244, SF244. Это самый дешевый полноприводный мини-трактор. Он где-то на 1000 условных единиц дешевле, там даже того же Булата. Тут один цилиндр, тут всеми нелюбимые ремни, но снова хочу обратить внимание на шифинг, снова хочу показать. Ремня идет 4, друзья. Ремни идут в защитном кожухе. Ремни эти ходят по 1000, по 2000 часов, в зависимости от эксплуатации. Коробка тут не мотоблок, не мототрактор. Тут крутая, мощная коробка, мощная ходовая у него идет. Задний мост идет у него. Широкий, сильный. Вот эти отверстия предназначены. Там, допустим, дополнительное оборудование. Погрузчики, то бишь все оно адекватно, адаптивно выдерживает. Это в плюсах. Плюс передний мост. Смотрите, какой мощный, какая мощная ступица, какой мощный идет сам мост, какого качества идет кардан. Даже, я же говорю, не на всех там 224-х Сентаях не найдете вот такую ходовую на амортизаторах. Вот с таким передним мостом.
вот с таким задним мостом, вот с такой трехточкой, вот с такой трехточкой. Друзья, даже похоже близко к донфенговской. Мощно. Потом огромный плюс, коробка. 8 передач. 4 вперед повышенных, 4 вперед пониженных. Это раз. Включается повышенная и пониженная отдельным рычагом. Тоже. Два. Выведено в бок управление, то бишь центр, свободное место. Габариты. Удобно сидеть. Потом отдельный резервуар для жидкости, для гидравлического. Для гидравлического масла, для гидравлической жидкости. Вот он идет. На гидравлику. Отдельный. Потом грузы, естественно. Ну, в принципе, друзья, кто разбирается чуть, кто хоть чуть интернет прошерстил, знает, что как бы шифинг, у них есть репутация качественной и надежной техники. Вот. И цена его значительно ниже, чем другие полноприводные. Поэтому тоже, кому интересно, есть номер телефона, есть сайт, заходите, набирайте, а мы смотрим дальше. Тут все мы видели. Эльку мы видели. XT224 мы видели. Шифинг трехцилиндровый тоже видели, 240-е шифинги тоже крутой. Очень хороший трактор, мне нравится. Последнее, что покажу, друзья. И вот топ-обзор сегодня будет обязательно, по-любому сегодня выйдет вечером. Это новый Ford T. Ford T, маркировка идет, его идет MT201, мощность идет 21 лошадиная сила. Я вам так скажу, друзья, я тоже обязательно покажу это в обзоре. Я именно проверил сам лично, открыл зип, достал прокладку, промерил рулеткой диаметр. Тут не 11.00, тут не сотый поршень идет, тут идет 107. Вот, это мы лично проверили, я тоже обязательно это покажу. Плюс широкая резина, плюс они сделали вот такую крутую толстую цепь приводную. Тут же тоже эта штука вверху, удобно расположена, плюс двойной тормоз. И сам трактор выглядит, в принципе, большим, надежным, таким, не маленьким по габаритам. Вот, с просторным рабочим местом, с такой вот новой сидушкой, удобной, выхлопной вверх. То бишь, Ford реально последние модели, которые я видел, они и своей ценой, и качеством приятно удивляют. Поэтому, кому это интересно, данного мототрактор тоже подпишитесь и... Этот товар на сайте появится значительно позже, поэтому сейчас по номеру телефона, который есть в видео, можно узнать уточнить стоимость и по доставке, по приобретению. Вот, сейчас, ребята, вот у нас приехал раз бусик, потом у нас вот прицеп тоже ожидает отгрузочки. Вот, где он? Там Булат сзади, Т-22. Т-22, Т-200, тоже очень популярная модель. И вот Синтай сейчас подготавливаем. Тоже к отправке. Там есть моменты по кузову. Небольшие, еще с завода бывают такие вот коцки. О. Я ему говорю, один самый идеальный. Вот, и, собственно говоря, сейчас эти моменты все будем как-то устранять. Вот такие это. Приходит оно в море, когда плывет. По-любому где-то капоты, кузова идут, все плывут все вместе, куча, и где-то царапается что-то, какие-то моменты такие возникают, и их устранение тоже как бы, ну, не всегда это возможно, и не всегда это возможно быстро сделать в срок. А объемы заказов огромные, как видите, ну, в воскресенье утром мы работаем по максимуму. Вот поэтому, друзья, всем, кому интересно, подписывайтесь, кому какие-то вопросы по товарам, по ценам, есть номер телефона и есть сайт. На сайте можно зайти, посмотреть цены актуальные, а по номеру можно позвонить, проконсультироваться, вам подскажут, какой лучше трактор для каких работ, для каких целей, помогут подобрать наши специалисты. А с вами был мини-трактор.укр. Всем, друзья, хорошего воскресного дня, продуктивного, позитивного, счастливого.